скажут всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес, может стать добрее мир для людей. Если станем мы немного добрее. Здравствуйте, ребята. Смотри, Зубок, какую я красивую снежинку нарисовала. Нравится? Очень. А тебе моя снежинка нравится, Шунечка? Да, красивая. Снежинки, зима. Эх, Шунь, а помнишь, как мы прошлой зимой с горки катались, а? Еще бы, так весело было. Эх, вот бы сейчас с горки покататься. С какой горки? Ведь сейчас же осень. Вот придет зима, нам еноточ во дворе горку построит, тогда и покатаемся. Да, зима. Вот сейчас мы покататься, а? И я хочу сейчас. Но только где же нам горку взять? Придется все-таки зимы ждать. Да, придется. Добрый день, ребята. Приветствую и вас, юные любители математики. Здрасте. Для того, чтобы покататься с горки, друзья мои, совсем не обязательно ждать зимы. Не обязательно? Как это? А вот так. В стране геометрии есть отличные горки. Хотите покататься? Конечно, конечно! Ну что же, тогда не будем терять ни минуты. Раз, два, три! Путь, друзья мои! Нас линия дорога ведет вслед за собой к веселым приключениям, чудесным превращениям в страну, где геометрия встречает нас с тобой. А долго нам еще идти? Все прямая да прямая, без конца и края. А где же горка, а? Сейчас прямо тут и будет вам горка. Тут? Как это? А вот так. Это разве горка, профессор? Это яма какая-то. Да. Это пока не горка, но это новая геометрическая фигура, из которой мы горку строить и будем. Что же это? Если ножницы отрезали, то отрезки получились. Нет, Шунечка. Ведь у них конец только с одной стороны. Вот. А с другой стороны нет конца. У отрезка, Шунь, два конца. С одной стороны и с другой. А что же это тогда? Это лучи. Лучи? А я знаю, почему они так называются. Они похожи на солнечные лучики. Да. Солнечные лучи начинаются и идут от солнца без конца, если только что-нибудь не встретят на своем пути. Ну, например, землю или луну. Вышло солнце из-за туч, протянуло теплый луч. Он пронзает небеса, есть начало, нет конца. Профессор, а как мы из этих лучей горку будем строить? Да, как? Внимание, соединяю два луча. Вот это да! Спасибо, профессор! Спасибо! А вы знаете, как такие горки в стране геометрии называют? Не. А как? Это угол. В точке два луча сошлись, крепко за руки взялись. Стала точка вершиной угла, а лучик зовется его сторона. Ой, профессор, как много разных названий! А? Стороны угла, и как ее это... Вершина! Разве мы сможем сразу все запомнить? Да. Конечно, сможете. Прокатитесь-ка разок-другой от вершины угла по каждой его стороне. Вот и запомните. От вершины угла по его стороне мы катимся вместе и рады вполне. А я хочу кататься побыстрее. Я тоже. Профессор, а можно сделать горку круче? Да. Пожалуйста. Ой, боюсь.
Ой, да. С такой горки только кубарем скатиться можно. Профессор, сделайте, пожалуйста, не так круто. Пожалуйста. От вершины угла по его стороне мы катимся вместе и рады вполне. Ну что ж, друзья мои, пора возвращаться домой. Раз, два, три. Вот это да, вот это путешествие. А я и не знала, что в стране геометрии есть такие замечательные углы. И они, углы эти, то совсем пологие, то очень крутые, почти острые. Да, друзья мои, в стране геометрии есть много разных углов, и называются они все по-разному. Но об этом мы с вами поговорим в следующий раз. А сейчас нам пора прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам доброго и учите математику.